Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, и сегодня хотелось поговорить о 3D-печати. Сегодня мы будем рассматривать самоделки, напечатанные на этом 3D-принтере. И хотелось бы сначала сказать пару слов именно о этом принтере. Покупал я его на Алиэкспрессе, доставка была из России, то есть быстрая. Модель называется Anet A8. По сборке могу сказать, что все программное обеспечение и сам процесс сборки была флешка, то есть на флешке весь софт находился, и то есть не составило большого труда. Да, много винтиков, гаечков собирал, но собрал, и больше, наверное, у меня вызвало трудности эта настройка. Но в то же время, покопавшись в интернете, разобрался, грубо говоря, за один день все это освоил и начал печатать. Печатаю, то есть в основном готовые уже изделия. То есть заходим на сайт, я Thingiverse захожу, там беру готовые изделия, загружаю и уже здесь распечатываю. Столик был немного вогнут в середине, это у этих моделей это болезнь, поэтому я взял стекло и уже печатаю на стекле. Ну и в принципе, кому бы будет более интересно, могу более детальный обзор сделать, также могу рассказать, какие настройки я делал, потому что изначально печатал только с флешки, то есть здесь есть разъем под флешку, скидывается на флешку и уже распечатывается. Но все равно от компьютера, когда подсоединяешь, это намного удобнее. Стоит там всего лишь пару цифр поменять, и все, принтер сразу подключается и начинает печататься. Кому будет интересно, в комментах напишите, могу поделиться этим. Ну а сейчас давайте перейдем к самоделкам и посмотрим, что может данный малыш печатать. Первое приспособление довольно-таки простое. Это вот такой вот напалечник. Как видите, простая модель, но в то же время бывает незаменимым помощником. Как ей работать? Одеваем на палец, берем гаечку, зажимаем вот таким способом. И, допустим, где-то в труднодоступных местах мы не можем закрутить, потому что гаечка у нас вечно падает с пальца. Таким способом мы можем спокойно закрутить гайку. Вот такая довольно-таки простая конструкция, но в то же время очень полезная, то есть в быту бывает. Давайте рассмотрим следующую нашу самоделку, или как назвать, просто приспособление или деталь. Следующее, что я распечатал, это вот такую вот разметочную линеечку. Здесь упор у нас есть, вот как видите. То есть берем любую заготовку, прислоняем, и на одинаковом расстоянии мы можем отмерить. Вставляем сюда карандаш и чертим. Как видим, ровно прочертилось. То есть таким способом мы можем, допустим, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то есть сантиметр. То есть до миллиметра мы можем отчертить любую, то есть линию. Вот такая вот линеечка. Да, она небольшая, всего лишь получается 10 сантиметров, но в то же время очень полезная для мелких каких-то заготовок. Допустим, нужно нам отчертить. Прислоняем эту линеечку и в точности до миллиметра можем отчертить линию. Распечатал вот такую ручку. И все, мы вставляем биту, и наша отвертка готова. Вставляется довольно-таки сложно. Вот. И вот, как видим, у нас получилась вот такая вот отвертка. Довольно-таки маленькая, но в то же время компактная и удобная. В дальнейшем она нам пригодится, когда мы будем собирать следующие приспособления, которые я напечатал. Так, следующее, что будет, это вот такая штукенция. Это для зачистки проводов. Для этого нам понадобится напечатанная деталь, лезвие от ножа,
Здесь я взял вот, то есть, четыре части. Ну, отламливается, допустим, одна, вторая, третья, четвертая. Вот здесь нам нужно четыре части. И таким вот способом мы сюда вставляем этот нож. Вставили. Теперь нам понадобится два винтика М4. То есть я взял вот такие, но с шайбочкой, чтобы больше площадь прижима была. Сюда как раз подходит ровно. То есть один и вот второй. Ну и здесь затягиваем, ставим, прикручиваем гаечки и затягиваем. Печаталось вот это приспособ по времени приблизительно минут 30. То есть не так долго. Вы загружаете файл и принтер печатает, грубо говоря, вы занимаетесь своими делами. Ну вот, в принципе, и все. Собрали мы нашу приспособу. Давайте попробуем ее в деле. Есть вот такой вот у меня кабель одножильный. То есть здесь, как вы видите, углубление под разные виды проводов. То есть диаметр провода может быть различный. Подбираем, какой нам нужно. К примеру, вот этот, да? Зажимаем и пару раз прокручиваем. Все, и теперь мы можем спокойно снять. Как видите, все довольно-таки ровно зачистилось. Вот такая вот приспособа. То есть можно и более толстые провода брать. То есть она свободно зажимается. Зажимаем, пару раз прокручиваем и все. Вот такая довольно-таки простая приспособа, но в то же время будет незаменимым помощником. Ну и последняя приспособа, которую я сегодня хотел бы показать. Она состоит из нескольких частей. Также нам понадобятся тоже винты и гаечки М4. Как вы, наверное, уже догадались, у нас из этих деталей получится, можно сказать, и центроискатель, и линию проводить. Можно использовать как две приспособы. То есть, смотрите, можно просто взять винтики, допустим, вот сюда вставить винт, да, и сюда. Вот таким способом. Сюда вставляем, сюда вставляем карандаш. И то есть вот таким способом мы можем прочертить центр любой заготовки. Но, опять же, вот эти винты, они будут шататься. Если сюда поставить гаечку, то будет тоже неточность. Поэтому мы сейчас соберем, посмотрим, как она вообще должна быть. Итак, друзья, получилась у нас вот такая вот конструкция. То есть как бы на шарнирах. Теперь нам остается вставить сюда карандаш и попробовать в деле нашу приспособу. Все, карандаш я вставил. Как это работает? Вот таким вот способом мы прижимаем нашу заготовку и ведем. Все, как видим, ровно по центру линия. То есть можно таким способом, можно вот так. Опять придерживаем вот за эти две заготовки и ведем. Все, линия проведена ровно по центру. На 3D принтере можно много различных деталей напечатать. Есть у меня задумка напечатать вот такую штукенцию. Это для выборки пазов. Она у меня из дерева, то есть хочу сделать из пластика. Тоже такой же напечататься. Она будет чуть меньше и в то же время будет крепление чуть другое. Ну и также различные можно всякие модельки печатать. Вот эту модельку, я думаю, уже каждый, наверное, знает.
Это штукенция такая, чтобы в Ашане тележки, если к вы или Леруа Мерлен, допустим, приезжаете, чтобы денежку, допустим, свою не оставлять, там не совать, вот этой приспособой можно открыть любую тележку. Ну, в принципе, все. Вот такие вот приспособы я напечатал на своем 3D принтере. Конечно, есть еще очень много задумок. Также можно делать, допустим, для циркулярки какие-то детали, какой-то упор, допустим, или те же самые приспособления для пазов, допустим. Поэтому, кому было интересно, ставьте лайк. Также пишите в комментариях, какие бы еще вы хотели увидеть самоделки. Вообще интересно вам эта тема, не интересна? Ну и в принципе все на этом. Давайте прощаться. Всем пока, всем до свидания. До новых встреч.